Спасибо большое, Рав. Можно ли, правильно ли сказать, что есть две системы, система отдачи и система любви, и то, что синхронизирует между ними, это намерение? Я, может быть, могу разделить, как ты, но мне не кажется, что это... Нет, система отдачи — это система отдачи. Это первый этап. Может быть, сближение между людьми во взаимовключении. А любовь — это второй этап. Но в любом случае, это та же система. И только этапы. Но они как-то зависят друг от друга? Как-то вообще в точности сначала отдача, а потом любовь? Вначале отдача, поэтому мы изначально должны отдавать друг другу в группе, в десятке. А потом приходим к чувствам любви, к взаимовключению.